Мы хотим представить вашему вниманию клинические случаи терапии эпилюмабом, диссеминированной меланомой кожи в рамках программы расширенного доступа. Из анамнеза известно, что пациент 69 лет считает себя больным с 2004 года, когда после травматизации отметил изменение пигментного образования на коже спины. В апреле 2008 года он обратился в НИИ онкологии имени Петрова, где было выполнено широкое сечение меланомы кожи спины. Далее пациент наблюдался, и при контрольном обследовании в сентябре 2009 года было выявлено прогрессирование, появление метастазов в аксиллярных лимфатических узлах, была проведена двусторонняя аксиллярная лимфаденэктомия. В сентябре 2011 года при контрольном осмотре обследования было отмечено дальнейшее прогрессирование, метастазы в мягких тканях правого бедра и передней грудной стенки слева. А через два месяца при контрольном обследовании выявлено метастатическое поражение печени. Пациенту была проведена радиочастотная абляция солитарного метастаза меланомы в печени. Однако с мая 2012 года отмечено появление новых очагов в печени и в мягких тканях правой паховой области. В рамках первой линии системного лекарственного лечения была проведена иммунотерапия интерфероном альфа с эскалацией доз от 3 до 9 миллионов единиц, и при контрольном обследовании отмечено прогрессирование. Во второй линии лекарственного лечения было проведено 2 цикла химиотерапии декарбазином, и при контрольном обследовании в ноябре 2012 года дальнейшее прогрессирование процесса, появление метастазов в забрюшинных лимфатических узлах. После чего пациенту было предложено участие в клиническом исследовании в рамках программы расширенного доступа к препарату Эмилюмаб, проводившемуся в НИИ онкологии имени Петрова. Было выполнено 4 введения эпилюмаба в дозе 3 мг на килограмм с интервалом в 21 день. И при оценке эффекта лечения после 4-го введения эпилюмаба через 3 недели отмечался частичный регресс. На сегодняшний день длительность эффекта составляет более 2,5 лет. Наиболее яркая картина частичного регресса отмечалась в печени. Так выглядит картина до начала лечения и после окончания лечения, это через 3 недели после 4-го введения. Пациент наблюдался, каждые 3 недели ему проводилось контрольное обследование, это компьютерная томография органов брюшной полости, контрольный осмотр, и эффект терапии частичный регресс сохранялся как через год после окончания терапии, так и через 2 года после окончания терапии. В ходе лечения были выявлены следующие нежелательные явления. После второго введения отмечалась кожная токсичность 3-й степени, отмечались радиолёзно-папулёзные высыпания, кожный зуд. В течение 3 дней проводилась терапия антигистаминными препаратами без эффекта. Дальше по алгоритму купирования иммунопосредованных осложнений назначались кортикостероиды в дозе 60 мг в сутки внутримышечно в течение 10 дней. Поддерживающая доза до полного купирования осложнений составляла 30 мг в сутки перорально. Здесь следует отметить, что по алгоритму доза преднизолона составляет 1 мг на килограмм, вес пациента составлял 90 кг, но ввиду сопутствующей патологии сахарный диабет, здесь мы осознанно снизили дозу преднизолона. Также отмечалась диарея первой степени. Она была купирована на фоне диеты с ограничением жиров, клетчатки и лактозы. Так выглядели проявления кожной токсичности 3-й степени. Всего терапия кортикостероидами длилась по срокам около 1 месяца. И после успешного купирования осложнений терапия эпилюмабом была продолжена до полного курса 4 введений. И в заключение хочу отметить, что сегодня пациент приходил на контрольный осмотр с результатами обследования и до сих пор отмечается частичный регресс.